Зима в Ульяновске – это не только коммунальные драмы из-за неубранного снега, но и многочисленные забавы холодного времени года. Среди них и катание на льду. Зимой во всех районах города зальют 90 площадок. Формируется и адресный перечень хоккейных кортов. Проведена ревизия освещения, уборочного инвентаря, шлангов и других инструментов, активно ищут заливщиков. Адресный перечень наиболее востребованных спортобъектов определяется совместно с депутатами. Авиационная отрасль в Ульяновске – одна из важнейших. Отсюда и федеральные инвестиции. 15 миллиардов рублей на закупку нового оборудования получит предприятие «Аэрокомпозит». Дополнительные средства необходимы для расширения ценного производства, со стапелей которого сходят среднемагистральные пассажирские самолеты МС-21. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин определил цели инвестиций так – 36 лайнеров в год. В регионе выбрали лучшего участкового. Им стал уполномоченный отдела полиции рабочего поселка Новая Майна Илгиз Ахмедзанов. В онлайн-формате свои голоса за него отдали 1369 человек. Критерии отбора – количество раскрытых преступлений, достижений и рассмотренных обращений, а также характеристика от коллег и граждан. Далее победитель отправится на федеральный этап конкурса «Народный участковый». Оставайтесь с репортером 73 и следите за другими важными новостями из жизни региона.